Вот липовая аллея, которая от жилых построек прислуги ведет к хозяйскому дому, который построен в готическом стиле, и его называют еще замком, благодаря двум башням, которые построены с двух сторон от главного входа симметрично. Издалека действительно напоминает замок средневековый. С левой стороны за деревьями, сейчас не видно, там находится домик садовника. За ним оранжереи, теплицы, в которых некогда выращивались экзотические растения для стола хозяина и для наслаждения его семьи. Сейчас оранжереи в заброшенном состоянии, разрушены. Я туда постараюсь подъехать и показать все это.